Журналист белорусского спортивного издания «Пресс-Бол» съел выпуск своей газеты. Видео такого эксцентричного перекуса выложили в твиттер коллеги Вячеслава Федоренкова. Год назад журналист утверждал, что у «Минская Динамо» не выйдет плей-офф континентальной хоккейной лиги. Однако на данный момент клуб уже обеспечил себе место в следующем раунде турнира. Делая ставку на неудачу «Динамо», Федоренков обещал в противном случае съесть газету. Журналист сказал, журналист сделал. Прогноз Федоренкова не оправдался. Он выполнил свое обещание, съел 8-полосный номер газеты. Свидетелями этого стали не только многочисленные журналисты, но и тренеры минской команды.